Здравствуйте, наши дорогие студенты. Как вы поживаете в условиях карантина? Наверное, вы уже набрали лишние килограммы. Поэтому мы решили с вами вместе провести физкультуру в домашних условиях. Наша физкультура состоит из трех частей в сопровождении музыки. Это разминка, основная часть и заключительная часть. На разминке мы будем делать различные упражнения для дыхания, различные стойки зверей. Основная часть будет проходить по протоколу Табата. Заключительная часть – это мы даем упражнения на стяжки, на пресс и восстановительные упражнения. Я очень прошу, следите за дыханием, это очень важно. При выполнении упражнения, наверное, не будет слышно мой голос, поэтому вы постарайтесь за мной выполнять все упражнения более качественно. Ну что, начнем. Сейчас я включу музыку и начинаем. Et si tu n'existais pas,
J'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. Şunların bir yanına
Начинаем вторую часть занятия. Это у нас будет проходить, как я раньше сказал, по протоколу Табата. Значит, каждое упражнение будем делать по 20 секунд, 10 секунд отдыхаем. И вот так повторяем одно упражнение 4 раза. Приготовились, начинаем. Сейчас просто приседаем. 3, 2, 1, старт! Старт. 5. 4. 3. 2. 1. Старт.
Один. Старт. Круг шесть. Раньше время не заканчивать. Работаем в полном силе. 3, 2, 1. Старт. Последний раз, опять, примерно, да? 3, 2, 1.
один, старт. Старт!
I'm gonna see.